Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать. После того, как я показала вам вот такую лампу для материала, для сушки гелей, гель-лаков, вы задали мне огромное количество вопросов по поводу функционала этой лампы. Несмотря на то, что я подробно рассказала о работоспособности, единственное, что я упустила и не сказала мощности. Мощность ее 24 ватта. Это примерно равноценно 20 лампам старого поколения УВ. Нет лампочек, и сохнет материал за счет светодиодов, которые излучают все спектры излучений для того, чтобы материал мог высохнуть идеально. Вопрос за вопросом, которые сыпались мне каждый день, один и тот же вопрос, сколько сохнет и сохнет ли материал. И несмотря на то, что я очень подробно и как можно тщательнее объяснила о функциональности, вы все равно продолжали меня спрашивать и спрашивать. И я хочу вам сказать, весь материал, который есть у меня, весь моделирующий, УВ-гель, УВ-лед-гель, весь сохнет. Время экспозиции материала нужно смотреть не на лампе, а на материале. И выдерживать то время, которое предлагает производитель материала. Она мне нравится, я работала ею все это время, и никаких нареканий, никаких претензий к ней нет. Это отличная лампа, которая сушит все, абсолютно все. Мне не попался ни один материал, который бы она не высушила. Но в комментариях вы мне написали о том, что есть еще круче лампа, которая называется Sun One, которая на 48 ватт. Меня заинтересовала эта информация, я решила заказать лампу, которую вы мне рекомендовали на 48 ватт. Ты поставь пока коробку наверх, а то у нас тут сидит и грызет у меня под этим. Меня будет он спрашивать, кто там чвакает у тебя под столом. И вот эта лампа, которая называется Sun One. На ней нет уже LCD дисплея, но на ней уже есть много кнопочек. 5 секунд, 30 секунд, 60 секунд. И кнопочка, которая сделает эту лампу в 2 раза слабее, если ваш материал старого поколения и клиенту некомфортно, что материал жжет, вы можете нажать на эту кнопочку, и лампа станет в 2 раза слабее. Она выглядит точно так же, как и Sun 9, которую вы только что видели. Точно такая же жемчужная, точно такая же симпатичная, удобная и легкая. Здесь у нее съемное дно на магнитике, которое очень легко убирается. И те же самые светодиоды. Это не лампочки, это светодиоды. Их ровно 30 штук. Также она работает при помощи датчиков движения. Здесь есть датчики движения. Хочу обратить ваше внимание, что светодиоды здесь находятся ниже. И это, конечно, безусловно, плюс. Пришла вот с таким адаптером. И продавец мне положил заботливо переходник. И я думала, что этот адаптер мне не пригодится, что я могу использовать адаптер от Sun 9. Но нет, к сожалению, Sun One работает только с родным адаптером. Из неудобств могу заметить то, что проводок коротковатый. Он мог бы быть на 0,5 метра хотя бы чуть-чуть подлиннее. Ну давайте, хлопайте уже дверями. Обычно вы это делаете. Правильно, хлопнули дверями. Ну что, давайте я включу, и мы проверим, как лампа работает. Штекер вставляется ровно посередине, в центре лампы. В этой лампе электропитание было с одной стороны. И лично для меня это не совсем удобно, потому что лампа стоит не с той стороны, и проводок мешает. Ну, в общем-то, к этому можно привыкнуть, приловчиться, но все-таки есть в этом свое какое-то неудобство. Датчики отзываются очень быстро, лампа включается, как только рука попадает в лампу. Если вам нужно зафиксировать материал и вам нужно всего лишь 5 секунд, то нажимаем 5 секунд и лампа горит ровно 5 секунд. Но если вам нужно лампу выключить по какой-то причине, то вот эта кнопка, которая уменьшает мощность лампы, она как раз отвечает и за отключение этой лампы.
UV-LED, она должна сушить весь материал. Если по какой-то причине какой-то материал у вас не высыхает, это особенности вашего материала. Ну, я такого материала еще пока не встречала. В следующих видео мы с вами будем экспериментировать с литьем и всякими другими видами дизайна, в котором нужно определенное время. Нет режима бесконечность, но я думаю, что при таких возможностях полимеризации материала бесконечность не нужна. И лампа может перегреться, если вы вдруг включите на бесконечность, конечно же, она перегреется. Она не предназначена для того, чтобы горела постоянно. И давайте я вам покажу, как лампа меняет мощность. Я сейчас включила на полную мощность и теперь уменьшу мощность 2 раза. И для этого я кнопочку подержу. И вы увидели, что светодиоды стали светить в 2 раза слабее. Если нужно снова, значит снова включаем, держим кнопочку, и светодиоды загораются ярче. Дно лампы с двух сторон защищено пленочкой. Можно с одной стороны удалить, но с другой стороны оставить на всякий случай. Пусть будет. Если бы в этой лампе издавался звуковой сигнал выключения и был экранчик, мониторчик с секундами, эта лампа вообще была бы идеальна просто на 200%. Вообще лампа мне очень-очень нравится. Доставили мне ее курьерской службой доставки. Пришла она буквально за 2 недели, очень-очень быстро. Меня просили, конечно, паспортные данные, но это нужно было для службы доставки. Я не побоялась и дала эти паспортные данные. Так что имейте в виду, вас могут спросить паспортные данные для того, чтобы ее доставить. Я оставлю ссылочку на эту лампу под видео. Заказывала я ее с Алиэкспресса. И стоит она не такие бешеные денег, как, например, я покупала свою Nano Professional, которая сейчас стоит в коробочке, потому что она уже не актуальная, потому что она уже не такая удобная, как лампы нового поколения. Если у вас все-таки еще какие-то есть вопросы, я не знаю, мне кажется, я уже так все подробно и тщательно вам рассказала, то вы пишите, пожалуйста, эти вопросы под видео, и мы постараемся с вами разобраться во всем. С вами была Светлана Соколова. До новых встреч. Пока-пока. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! С вами Светлана Соколова, вы на моем канале, и добро пожаловать! Речь о стерилизации и дезинфекции инструментов уже